Сегодня мы отправимся в незабываемое путешествие по настоящему Таиланду. 3 дня проведем в городе Транг, который не предназначен для туристов. Наши друзья-тайцы пригласили нас в гости и познакомили со всей своей семьей. В нашу честь даже устроили вечеринку. Обалдеть! Да. Мама, папа. Показали, как растут экзотические фрукты и открыли много нового. Помощник вырос. На цыпочку. Мы жили, как настоящие тайцы, окунулись в быт и узнали, чем они зарабатывают на жизнь. Не обошли стороной и достопримечательности, например, парк динозавров. Не отмеченный на карте, вы увидите его впервые. Обычная семья, которая бросила все и улетела жить. Добро пожаловать в наши будни. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life. Составил 300 бат, мы купили 2, Эрик бесплатно. Итак, мы приехали на Раджа Ферри. В этот порт ждем паром. У нас он в час дня. 28 июля, день рождения короля. Поэтому весь город, точнее, наверное, вся страна украшена его портретами. Открыть тебя? Полусонный такой. Но они бодрячком. А мы такие полусонные еще. Олег собирается спать сейчас. Мы будем ехать, представляете, в Транг. В 8 вечера мы только приедем. Ну да, пока на пароме доедем. Будет, считай, полвторого, пока выедем. Полтретьего. Пока сядем в машину, 3. Ну и часа 4 ехать 5. Догоняй, папа. Бим! Здесь так вкусно пахнет кофе вот этим. Чего? У тебя такое лицо было? Один из самых красивых пляжей на острове Самуи. И хотя тут порт, вода безумно чистая, песок белоснежный, красота. Вот смотрите, только вот здесь вот не почистили, а дальше идеально чисто. Окей, видео. Нас очень тут ждут. Пойдем, как нормальные люди, давай, через дверь. О, отлично. Все, пойдем.
ладно. Неужели мы поедем внутри вон там? Попали. Не может быть. Чур, я туда, мне пофиг. Ты... Нет, пожалуйста. Ты вовнутрь с Эриком. А? Ага. Вот такого я расклада не ожидала. То есть они вдвоем на одном стуле. А ну сон за рулем. Четвером. Я буду сюда. А я буду. Абрамс. Это тайская СК. Тайская СК. Блин, неудобно, если честно. У меня задница за час затекла так, как она не затекает в автобусах за два. Очень просто твердо. Нам в чесноте да не в обиде. Пойдем. Мы приехали. Слушай, я думала, правда еще 100 километров ехать? А оказалось, вообще чуть-чуть. Или мы 100 километров преодолели за 5 минут? Нет, ну я не а типа он тут живет? А я думала, он вообще в Китае, кстати. Приехал уже, что ли? Да, это Дриан. Только он какой-то маленький. Мы сейчас находимся в Накхон, и до Утранга нам осталось ехать 20 минут. Здесь живет Боб. Боб, если помните, из прошлых видео он тренировался вместе с Олегом на Талангаме, на Самуи. Но мы, правда, думали, он в Китае. А как-то уже вернулся. Все, поехали дальше. Эрик, поехали. Мы еще не приехали. Здоровый, прям по дороге. О, шикарная дорога. О, горы красивые. Это поезд. Я хочу покататься на поезде. Потом покатаемся. Весело. Все, нам осталось ехать 3 километра в гору.
Эрик такой тусит. Эрик тусит. Ой, папа с мамой приехали. Ура, ура, папа. Так, снимаем обувь. Как он выглядит? Ты забыл, что ли? Ты что, шутишь? Вон, клик красный. Да? Я. Вивай. Вот он. Старичок. А, это не клик же, да? Или клик? Ну что, увезешь его? Вечер у нас начинается, мы знакомимся потихоньку, потом вам покажу нормально обзор дома. В общем, женщины и мужчины разделились. Женщины сидят на одной веранде, мужчины ушли на другую веранду. Привет, кошак. Привет. Они ждут пополнения. А вот мужики сидят. Вещают. Чё курите? Это с кнопкой. Да ладно. Вот это сюрприз. Мани. Олег сейчас нам покажет дерево дуриан. Представляете, мы увидим, как он реально растет у тайцев. Ого, смотрите, какие высокие деревья. Вот Олег, а вот дерево. Вау. Обалдеть, смотрите, сколько их много. Завтра днем еще поснимаем. Мы попробуем дуриан 100%. Мы прям чувствовали, да? Я ей сказала, что мы не ели никогда дуриан, что это будет первый раз. Я виски не пил, офигенно. Ну не виски, а на бренди. Ну, в СОП, короче, дорогие. Обалдеть. Да? Да, но интереснее будет завтра днем еще прям. О, нифига, какая картинка. Так, вот эти листья добавляют в салаты. На осень говорит. Угу. По тачке почему говорю, я понял, прикинь, как я не понимаю. А как они называются? Не знаю, но в потай добавляют. А, малыш, получается, младше по возрасту, и ему нельзя кушать со старшими. И вот он взял себе отдельный стол и сел и начал кушать. А старшие сидят за столом, они together, все вместе. А младшим нельзя. Я вот этого мальчишку показывала в других видео. Он, например, посуду моет, готовит. Ему говорит, что он грязный. Так, мы учим играть тайцев в Команду Моргано. Окей. Но ножницы показал, как и ты. Теперь вы вдвоем. Олег, он показал камень, вы вдвоем ножницы. Теперь вы вдвоем. One.
One, two, three. Окей. Кулак сначала. Эрик, кулак. Кулак. Я не хочу. Ну, лали. Лали. Я выиграл. Окей. I win. Эрик win. Я выиграл. You win forever. Я теперь выиграл. Да. Окей. Я выиграл. Окей, again. Окей, ва. One, two, three. О, окей. One, two, three. Я You lose the second. Итак. One, two, three. You win. Да, ты го, мед лей. Один, два, три. Ты мой бегай, ты его. Окей, One, two, three. One. Замедлил, как перевести. One, two, three. Окей. One, two, three. Итак. Нын. Мы там дана, куда бор. Нын, то, чап. Эрик. Апгрейд ситуации, они играют на щелбан. One, two, three. За алкоголем вашим ничего не видно. One, two, three. No! You win! No! Again. One, two, three. No, MC1. Локоть. Окей. You win? No. No Muay Thai? Yeah. Aikido. Okay? Aikido. Yeah. Aikido. Okay. Okay. look me. Me not Muay Thai. Okay. You pan. Okay. You pan? Okay. Pan? No, pan. Pan? 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 Yeah. No. Whoa. Pan? No, Aikido? No, and you follow me. Pan? Wow. Мы той ку. Сейчас ты масса шестер. Той со ко ке. Что происходит? Нифига, мы поедем в горы на этом тарашке. Давайте обойдем. Дела. Смотри, ребят, мне надо подняться. One, two, three. Окей. See you. Ребята с нами едут, вы едете не одни. Маленькая Маша, тлапуля. Мы вам еще раз сегодня покажем, видите, этот сок, который типа березовый. Вот отец набрал целый вот такой вот бидон.
огромный, вон у меня колено заканчивается, он еще больше. И он его продает. Прикиньте. Олег, это все на днем снимать. Вот, видишь, надрезает так. Здесь такой очко берет, и типа это так пинг. Ага. И типа сок. Обалдеть. Прикольно, да? Да, завтра еще. Пахнет даже как будто березовый сок. Я почему-то, когда эти деревья увидел, сразу подумал о березе. Ничего себе. Да? Чувствуешь? Олег, что-то между березой и елкой. Угу. На елку еще похоже. Что-то есть такое, да. Прикольно, да? Да. По запаху. Нифига. А что там происходит? А, он его потом вот сюда вот. Собачку большая. Окей. А куда это туда слил? А потом жуж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 жжу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 жж
Помнишь, что он делает? Вон он потом туда заливает. Молокобрашка какая-то. Да, я так понимаю, он это продает. Нифига. No, it's not it. But then I did, but you can decide, yeah, you did, but it's it, yeah. Yeah, they made like this. Yeah, white color. Yeah, like this. But I did, you go, you make like this. Yellow? Yeah. Чё? Короче, используют для того, чтобы на дороге делать. Back. Краску тут белое разграничение и желтое. Серьезно? Нифига. Но вот этот баллон, он стоит, я так поняла, 600 бат. Ну, блин, я представляю, сколько они его собирали. Там вот такими черпаками, вот такими черпаками прямо. Они подставляют там по дереву. Да офигеть. Как основа краски, то есть клевая масса. Они Ян. То есть эту жидкость, если поместить в микроволновку при определенной температуре, то она приобретает вот такие вот свойства, то есть как резина. Резина, каучук. То есть эта штука используется, ну сок вот этот, вот, деревья, используется очень много где. И, то есть прям резина. Follow. Следуй за мной. Follow me. Мне плохо. Вот прям плохо. Дело в том, что от запаха дуриана у меня рвотный рефлекс. Я не могу дышать. Мне прям... Вот опять, вот сюда пришли. Да. Но вот сейчас полегче. Когда вот прям вот 5 минут назад мне было намного хуже. То есть я понимаю, что это, одну минуту мне может быть более-менее, другую минуту прям аж до слез. И прям вот сейчас я вдохнула полной грудью. И у меня прям, короче, дуриан — это не шутки. Это оказывается и вправду настолько пахучий фрукт. Настолько он тяжелый. Я не уверена, что... его я вообще смогу попробовать, потому что я думала, что это все шутки. Чего, по поводу запаха? По поводу... Не. Вот что происходит вокруг дома. Это. И это. Поедем мы на этом. Итак, первая остановка. Мы никогда не доберемся до гор. Не, ну, сейчас погода не горная, Макс, ничего не видно будет. Небо не чистое. А вот они, спрятались. Они кушать пошли. Привет. Привет. Мы представили, сколько гектар земли засажено вот этими деревьями, которые выдают сок.
Я не знаю, насколько они растут там в горах, не в горах, но когда мы ехали в Малайзию, мы видели очень много их. Представляете, мы приехали к Амусону, к дедушке, вот это вот секунду назад, это был дедушка. То есть у Амусона есть дочь, соответственно, он уже прадедушка, а выглядит, ну, максимум, как папа. А вот человек, который прямо, мне кажется, что он прапра... Нифига, нам сказали, что мы едем за курицей. Ну, я думала, мы едем за курицей в магазин. Мы приехали на ферму вообще. А мы приехали... Мы сейчас... Видишь, сколько курицы? Олег, выбирай. Обалдеть. Это что, серьезно? Да. Вы представляете, мы сейчас возьмем одну и ее зажарим. Я еще... Эрик, блин, я не буду расстраивать его. Хорошая? Это курочка. Курочка. Что? Чего? Дуренька. Ой, две курочки, кажется. Я в шоке. Обалдеть. А то не отдай. Вы представляете, какая... Ты представляешь, как освежательно яйца? Всегда у них есть яйца, свои, идеальные. Всегда есть мясо, да. Три, ничего себе. Да у нас сегодня будет пир на весь мир. Слушайте, мы еще стоим. Это что, еще не все? А как он выбирает, интересно, по каким признакам? А что они все, ну, с ума сошли за ним идти? Выбери меня, выбери меня. Это мой еда, понятно? Это мой еда, понятно? Ты соображаешь? Там курица, да, одна другую попросила, сурнула, говорит, нифига нельзя. И так их стало 5. Ну, это килограмм... Пока красотки. Это килограмм 20 еды. Офигеть. Он что на сегодняшний вечер запланировал? Собрать все село? Мега сабантуй. Обалдеть. Все, одна на другой они смотрят. Наглядно, да, ходят по головам. Они собираются кушать. Куда они, как они так распределились, или там еще 3 километра? Нифига, они, представляешь, там в кучу просто, как в электричке. И один стоит, умник из всех. No eat, no eat this, no eat one. Она самая умная. Она. И такая тишина резко. И опять. Why? Барбекю. Нифига. Вот смазал, там еще куча. Еще штуки 4, вы сосчитали или нет? Обалдеть. А там корова. 9 штук на счастье, короче, походим. 9? 9 считается счастливое число в Таиланде. Night? No. And you can make it five. One, two, three, four, five.
Я, если честно, никогда ничего подобного не испытывала. Я даже не видел. Да? Обалдеть. Ой, дайте я вам еще кое-что. А, дуриан. Я уже на него даже смотреть не могу. Хоть и не пробовала ни разу. А, можно я вам еще расскажу быстренько? Вот есть домики духом. То есть, когда человек умирает в семье, вот, например, он жил в этом доме, ему строят свой маленький домик. Ну, его обычно в Таиланде покупают. И ставят на территории. И периодически... Что за звук? What this? Name. New. Новое. Это не цикады. Что это? А, не, не сюда. А. Москита, но одинаковые. Блин, ну они какие-то другие. Ну ладно. Ладно, извините, закончил свой рассказ. И в итоге они ставят вот такой домик и периодически дают еду, воду и приносят какие-то вкусности. А когда домик становится, ну, предположим, некрасивым или по каким-то причинам он разваливается, они сваливают прямо вот на какую-то свалку. То есть здесь на каждом острове, в каждом городе прям свалка этих домиков, и они туда определяют их. И ставят новый. То есть не сжигают, не выбрасывают, а именно так распоряжаются с ним. Курочек везем, да? О, сколько резиновых сапог. Ой, ты красавец. Испугался. Не бойся, мы хорошие. Ух ты, я не буду под близко подходить, обещаю. Или боится увидеть корову очень близко. Поэтому мы аккуратненько подойдем сюда. И покажем вам. Вот какая огромная. Одна. И вторая. Нам только что сказали, что здесь растут ананасы еще. Я очень хочу на них посмотреть. Если их будет очень много, я буду очень счастлива. Потому что, когда мы жили на Таленгаме, у нас во дворе росли ананасы. Если вы помните, но их было немного, их там было штук 8. Судя по кастрюльке, там штук 5, наверное, да? Вот там вот территории дофига. А ну вот. А вот так растут ананасы. Смотри, все идут на звук, короче. Смотри, сейчас упали там. Эй, дети, сюда, корочки мои. Привет. Доброе утро. Доброе. Там, где солнце. Не, ну там, где солнце, ладно, я поняла. И это громадный. Ребят, я еле увидела, но вы не поверите, но здесь куча дурианы. Вон они, это все дурианы. Сотни. Какие сотни? Шутишь? Ну, десятки. Сотни? Их тут несколько деревьев. А, ну в плане этого, окей. Вон тоже дурианы. Ой, нифига сколько. Будь здоров. О, вот еще над головой дурианы. Блин, они с шипами, ты представляешь, как они по башке могут шпокнуть? Алярма. Вот, а вот это деревце, это папайя, вон, видите, растет. Ой, сейчас покажу. Быстренько, это одна секунда. А то стояла и так и не увидела эту красоту. И вот еще. И я так понимаю, их полно здесь. Только главное по сторонам. Получше смотреть. Блин, мне еще до сих пор от этого дуриана тошно. Еще и курицами пахнет. Непривычная перемена запахов. Пакет шевелит. Ладно, фиг с ним. А, там же еще от курицы. Они сейчас задохнутся и сразу умрут, и все. Даже убивать не надо. Жесть, блин. Еще и дурианов накидали, представляете? Вот это бонус. Да. Угу. И корочки. Вот это да, брат. Ну, сейчас он на сон заберет дочечку от своей мамы. То есть мы увидели маму, вот она. Увидели дедушку.
То есть увидели его семью, да. И поняли, что тайцы все одинаковые, и лучше тут не это, не выпендриваться. Они все ездят на хороших машинах, реально живут в сарае. И все одинаковые приблизительно. Потому что они в движении проводят гораздо больше времени, чем дома. Ну да. Реально. Потому что машина важнее. Да. И как хорошо, что в Таиланде кредиты недорогие. Ну, там вообще... Ну, это беспроцентные практически. Чуть ли не еще не деньги дают, а то, что они машину взяли. И вот смотрите, а вот здесь такой домик духом. Красненький. Все, видно, видно, видно. Вот мама. Эрик, помаши тете. Эрик, помаши тете. Бай-бай-бай. Бай-бай, скажи синю. Здесь или здесь есть? На какой части? Налево или направо? Давай! Все, пока-пока. Я, ну, я думаю, не сильно отличается. Курочки. Нет, курочки. Нет, курочки с нами. Ой, ну ты что видишь? Ты это с нами поехала? Байк? Да, мы поехали сразу. Да? Смотрите, мы Стаса увидели, Travel My Life. Ну реально мужик похож. Ну, черты лица, сори. Всем привет. Сим-сим. Я не хочу так. Потом на машине будем. В машине? Он с тобой хочет брать. Ну подождите, а точно это надо? И на солнышко гляжу в шапке. Нет. Жарко, да? Не мог. Нет, не жарко. Не жарко, конечно, в Таиланде в шапке ходить. Не жарко. Совсем. Я помогу тебе. Это динозавр. Да, один большой друг. Живу, да. Окей, супер. Вообще. Такие виды сейчас покажем. Какую же начать? Пойдем к тиграм. Давай наезд, забрали. Заберемся наверх? Да. Там еще один домик. Кто там? Правда, у нас опять ни капли воды. Слушай, это уже входит в привычку, Олег. Здесь безумно красиво, вы посмотрите. Вау! Жарко, конечно, очень. Но оно того стоило. Здесь ветер гуляет. Лес рядом. А там кто сидит? Вау, вы смотрите. Вообще здесь есть еще дорога куда-то туда вверх. Не знаю, если честно, что там. Ладно,
бежал всех догонять. Синий такой крутой. Я увидела вот этот вид и просто обалдела. Красота! Да вы представляете, прямо здесь находится этот парк. Вау, вау, вау. Чё, прям попить даже воду можно? Нифига. Все условия для счастья. С горки едем, да? Нам тут ребята сказали, представляете, что живая курица стоит всего 50 бат. Да, здесь? Да. Нифига не саму игру. Да. Ни разу. Мы увидели очень крутой дом. Обычно, абсолютно. Ну, блин, хочется в нем жить прям. Панорамные окна, Аля говорит, там очень крутой этот пристроечка, гараж. Все. Вообще супер. Поехали. Мы еще остановились в таком красивом местечке. Так, здесь сердечко. Тебя сердечко Вань? Да. Представляете, это как огромный памятник. Человек собирает сок с дерева. Здесь, кажется, этим получается все зарабатывают. Вокруг, смотрите, какая красота. Осталось теперь узнать, зачем сажают вот такие пальмы. Тоже точно не просто так. А, пам! Я поняла, это вот как раз вот он растет, вот этот пам. Вы где-то там впереди говорили, да? Делают только масло. Ага. Thank you. То, что женщины одевают это национальный этот костюм и танцуют, я знаю. Вы посмотрите, кстати, какие у них там ногти, ну, специальные такие, на пальчики. Вот, а то, что мужчины, я не знала. Every day when I wake
up, trying to read my fortune in the bottom of my coffee cup. But it seems like I never finish. It's always that fault. Обалдеть. Да. И что он затеял? Вы посмотрите на этот микшер. Очень профессиональный, да? Да. Я в караоке такой был, когда работала. А, да ладно. Как это, как улица. Короче, открыли Дриан, и у нас тут стоит выбор. Пить или есть? Я тоже не буду есть тогда, я буду пить. Но я понюхаю еще раз. Короче, луком отдает. Onion. Onion. Ага, хорошо. Вот это сам. Видите, какая дискриминация. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Только к фарангам это не относится. Хо-хо-хо. Эрик лег спать. Представляешь, уснул. Время 7 вечера, а он уже дрыхнет. Устал так сильно. Но мы его сегодня в 6 утра подняли, и днем он чуть-чуть спал совсем. После того, как курицу убили, надо ее помыть. Или и помыть, и так, наверное, проще отходит перья. Ну, впервые, да, мы будем такую курицу кушать, которую да, вот. Убили? Вот мы просто знаем сейчас, что она никакая не исколотая, не напичканная. И очень интересно, как у нее будет именно вкус. Мы видели, где ее брали. В общем, получается, они курицу засунули в кипяток, и из-за того, что она шпаренная, с нее очень легко снимаются перья. Я поняла это так. Спрашивать у них ничего я не буду. Потому что это, блин, начнется. Hot water? Hot, yeah. Да, ты посмотри, он прям снимает легко. Quickly. Ну, смотрите, ладно, свежее. Видите, вообще дрянь. Чу-чу-чу. Мы теперь поняли, почему в отеле нельзя приносить даже дрянь. Это ужасно. Мы не пробовали его сами, потому что я как бы выпивал бы, я вообще крепкий. Угу. Да. Это же, кстати, очень важно. Да. Да, говорили, да. Даже чуть-чуть дуриана и алкоголь. Потому вообще что чуть-чуть. Смерть. Офигеть. В общем, я понюхала, со мной ничего не будет? Вот, смотрите, получается, женщины сидят вот здесь, на этой территории. И мужчины сидят вот здесь, общаются. Дети, конечно же, с женами. Там у них есть это маленький такой отдел для кухни. То есть готовят там кушать. Hello. Так, здесь тоже есть кухня. То есть кухня у них выглядит вот так. Тут появились вопросы после последнего в этом видео, которое недавно там вышло, про то, как мы ходили к ребятам туда в кемпинг. Вот как они там живут, эти тайцы. Вот они нормально живут. Есть у них, например, даже вот такое трюмо женское. Есть стол, есть стулья, все в порядке. Вон керхер есть. То есть их все устраивает. То есть, ну, я понимаю, конечно, что здесь свинарник. Ну, то есть там нет ремонта, например. Там, посмотрите, в каком состоянии стены. Но главное для них, что у них есть все самое необходимое, а так вот дети в пижаме босиком прям по улице и нормально. Вон куча всяких блюд для готовки. Посуда есть, все есть. То есть все самое необходимое у них есть. Ай, 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 ай. Мама, ну,
So. Okay. Eat. Только загляни сюда, да только понюхай эти прекрасные запахи. Вот так выглядит, да, духовка в Таиланде. Выглядит вот так. Я их показывала уже, сколько стоит, а как выглядят кучу раз. Ну вот, ребят, есть такая, обалдеть. Как пахнет, вы даже не представляете. Чеснок. Я чувствую чеснок. Его здесь много? Это прикинь, они живут, короче, все вместе. Они все вместе живут. У кого-то есть это, у кого-то есть это, у кого-то есть это, они все между собой делятся, и у них есть все. Угу. Блин, это офигенно. Да. Вот этот джекфрут. Я его не люблю, мне его нравится в какие-нибудь коктейли только добавлять. Свинина, и зацените, какой соус. Спайси. Это тайская СКА. Видео. No focus. Итак, друзья, сейчас ночь. Да. Все, идем туда. Окей. Сейчас ночь, и мы идем работать. Будем заниматься тем, чем занимаются все нормальные тайцы. Work, work, work. Идем. Мы пошли в лес и будем делать дело. Собираем сок. Учись. Коплока на век. Коплока. Коплока. Посмотрите, он раком стал. И снизу собирает как-то. Окей? Окей. Окей. О, потекло, потекло, смотрите. Вот, вот это белое, это прям потекло. Смотрите, сейчас капли будут капать. О. Надо много-много-много. И может быть большой такой. Wait, мы идем так долго. Вот это правильное приспособление, говорит. Leaf and trunk. Leaf and trunk. Yes. Большой огромный такой, видишь, как зонтик. Да. Ну потом может быть вообще огромным, да. Да. Вот их дом. А вот здесь они, я так понимаю, отдыхают. Там у них маленький телевизор стоит в маленькой комнатке. Да? Вот. Подруга приехала. Очень ухоженный огородик. Тут что-то растет. Я вам сейчас покажу. Там рамбутаны растут на дереве. Их так много. Обалдеете. Копай. Копай. Копай.
See you. Что-то он какой-то орех, походу, хочет нам показать. Косточка. А. Помнишь? You maybe not eat, you drink, not eat. А, не есть, а пить? Нет, не есть, когда maybe пьешь. Sleep. Ну, не будешь спать, короче, если ты сидишь. Если ты его пьешь. Ну. Мак? Папи! Не пахнет, да, ничем, как будто. Будешь попробовать? Нет. Ты это... не пьешь, но не будешь. Алкоголь? А ты будешь спать, да. Не, не хочу. Попробуешь? Не, не хочу. А что? Ты же не пила. Он какой-то... А это орех, я его облизала, но он как... вяжет. Да? Вяжет. No drink. Хитринга. Чуть-чуть ничего не страшного. Короче, снотворный. Да, я говорю, вяжет. Подхват. Вкусно тебе? Да. А, зубы. Одна наркота, короче, тут растет. Что это? Одна наркота растет. Это нельзя, это нельзя. Это спать. Это есть. Это бегать. Я плохо, когда Полина и Туя. Да? Давай водичку. Водичку? Водичка есть у него? Чай есть. Вот уже начала. Ну, вообще, по уму говно редко вспоминает. Какой год жрёшь кому-то деревяшку. Со вкусом отдаленным кокоса. Стружки. Да, стружки. Ну, а он стоит такой. Дерево ему прикольно. Дерево со вкусом кокоса. Эрик, вот, держи. Ну. В общем, все с эффектом Дриан. Ма. Ма? Ма. Мак? Ма. Ма. Мак. Ма. Мак. Я ма. Ма. Просто ма. Ма. Мак. Там надо потом еще закрыть так. Ма. Ну, мак. Мак. Ма. Ма. Нет, просто ма. 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 Просто ма. Бадюань. Мак. Мама, папа. Ма. 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 Показывай. Вон. Нам идем. Смотрите фокус. Видите? Мы подумали, что это овес, хотя я не знаю, как выглядит, я не помню, как выглядит овес, но это на самом деле неочищенный черный рис. Ты открой одну. Ну что ты, я только включила камеру. Сейчас. Ну вот он, черный рис, короче. Внутри, обалдеть. Ну то есть он 3 раза больше, вот такой длинный. Длиннозерный черный рис. Прикольно, да? Она говорит, есть у них машины, все нормально, не вручную, да, не открывают их. Ну, автоматик. Перетирает сюда, и там все это шелуха отпадает, и получается... Эрик наконец-то начал кушать мангустин. Сейчас покушал чуть-чуть рамбутан. Но уже совсем чуть-чуть ест, уже хорошо. Раньше вообще ничего не впихнуть было. Самое время посадить его на манго. Да, кстати. Надо. Да, размеры этого дерева просто впечатляют. Вы посмотрите, как их тут много. Видите? Обалдеть. Давайте сейчас как-нибудь снизу. Так, а это дерево мангустин. Если он... А, вон они висят. Смотрите, как они сначала сделали... Что? Рамбутан? А, рамбутан. Вот, смотрите, они еще пока зеленые. А потом становятся... Какие, пепел? Фиолетовые, да. Где созревшие? Нет созревшего, все слопали. Кому? Короче, где-то там далеко-далеко, видите?
есть настоящие, готовые. И вот там высоко. Окей. Теперь мы приехали к родителям их отца. Кукуй. Что? А, машинку вернуть? Хорошо. О, вот еще рамбутаны. Вы смотрите, как много. Обалдеть, смотри вообще. Как это, наряженная новогодняя елка. Шестерна какая-то висит. Зачем она там? Вы посмотрите, какой крюк, черт. Индюк. Name Russian. Индюка. Индюк. Давай пойдем там. Хайпа? Тайто. Тайто? Тайто. Хайпа. Куда он? Не знаю, я с ним. А? Купить воду. Там кто? Ну вот еще к слову, да, там бедные, не бедные тайцы. Вот у нее есть телевизор, факс, принтер. Все, что нужно вообще для жизни, есть. Но вот живут именно так. Да, быстро очень, аккуратно. Представляете, он рассказывает, что это корова файтинг, и победителю достается вот такой байк. Прикиньте, вот только-только выиграли. Ты что, корова? Да, я поняла. Но коровы я не ожидала. Два, три часа. Офигеть. Долгое удовольствие. Long time. Ставки? Money people. Вот так будут ставки, поняли? Money people. Очень большие деньги, короче, ставка очень большая. Ну нифига себе, если байки дарят. Сэм-сэм? И этот, и этот. Уже два. А, one cow. One cow. One cow. Один победитель. Где чемпион? Где чемпион? Cow чемпион. Да, достань. Олег, ну объясни, пожалуйста, вот у них есть, ну, все, что, в принципе, нужно для жизни. Почему тогда вот так вот живут? Почему они не ухаживают? Это устраивает. Это все напускное. Это инфункционально. Их устраивает то, что это просто вещь. Это не предмет какого-то там культа, уважения, денег там, или еще чего-то. Это просто вещь, которую надо использовать и все. И так они относятся ко всему, и к домам они своим, и... к своей жизни. Как бы, да, вот, ну, давай отойдем чуть-чуть поговорим. Жизнь должна быть красивая и ухоженная. Именно жизнь, именно внутреннее состояние. А снаружи им абсолютно все равно. Главное просто, чтобы практично было, и все. Я так понимаю, тем, кому нравится, ну, надо это снаружи, те едут в Бангкок и в крупные города, и это пиво? Женщина одна спрашивала, да, но как бы я ответил раз, ответил два, ответил три, но она так и не поняла этого. Ну вот, это другой менталитет абсолютно. Мам, дай машинку. Машинка там осталась. Это абсолютно другой менталитет. Вот, смотрите, Лонгон. Мы называем Лонгон, а он называет Лонгон. Вот так они растут. Вот так вот гроздями прям. Сломался тапок? А, брокен. Так вот, почему они ездят с такими длинными палками. Иногда.
Ну, с голоду в Таиланде не помрешь точно. Ага. Нифига, какие огромные. Блин, такой по голове упадет реально насмерть. Да. Слушай, давай уйдем отсюда. От него подальше. Смотри, как много. Вон тут тоже. О, здесь надо эту в каске ходить, как на стройке. Олег, как впечатление? Прикольно. Помощник вырос. На цыпочку. Жалко, что не сразу мешок, да? Созрел. Да, нас сильно искусали, да? Нет, бегом, быстрее отсюда! Бежать! Все поняла. Лена! А? Друг друга фото. Нас так сильно сожрали, что мы пошли в итоге сюда. В машине ждали. Все, собрали урожай? Вот еще один дом отца. Ой, здесь уже, смотрите, как чисто, ухожено. Смотрите, белка в клетке. Иди сюда. Сюда иди. Смотри, какая белочка, какая быстрая. Ух ты. Ага. Ух ты. Ну. Ага. Пальцы туда нельзя, потому что она их откусит. Вообще, да, такое? Ага. Шустрое. Вот так растет папайя. Дерево небольшое. Вообще можно рукой прям достать. Куда они побежали? Сюда? Это туалет. О, thank you. Так, кухня. Колодец. Да. Папайя. Я папайя. Ко? Молоко? Мама, идем, солнышко. Еще раз. Смотрите, они стоят. Number one, my father. Two. One, two, three. Four, five, six, seven. Okay? And this, three. And six. Month. Ага. Seven day. Month. Seven day? Yes. А, понятно. Ну вы просто сзади похожи, как будто гроб стоит. Да, вот этот портрет висит. И вот это все его, представляете? Сколько нужно сил, чтобы обработать все эти деревья? Ой, нет слов, одни эмоции. И дом идеальное состояние, и такой сад огромный. А, о, смотрите, прям можно натрогать.
солнце. Все, потрогала, стало легче. Ну, в общем, как-то так. Сил никаких нет. Жарко, очень жарко. И что-то как-то я устала. Хотя вообще ничего не делала. Устала отдыхать. Вот так. Матят. Let's go! Эрик, ты сам, у него такое, если в маленького бассейна, Эрик там поплавает. Где? Дома. Я не вижу. О, круто. Да, он у нас тут. Супер. Окей. Да, супер, супер. Маши крылышками, пожалуйста. Поняли, как называется? Уга Чунгкван. Уга Чунгкван. Уга Чунгкван. Вот это дерево называется Уга-Чунгкван. А English, no? English name. Да, да, ты что, шутишь? Мы к бабушке на секундочку еще вернулись. Кука-чунгкан? Не ку, а ука-чунгкан. Ука, окей. Ука-чунгкан. Лайм? Лайм? Лайм. Ой, я думаю, мне не видно было, да? Обалдеть, за один день мы увидели столько всего, как растет. Да, да, да. Мы приехали домой, покушали, чуть-чуть вдохнули. Олег лег спать. А мы с детьми едем куда-то. Я еще пока не знаю, куда. Ага. Но нас куда-то везут. Мы, оказывается, приехали за бананами. Что, всех детей разобрали? Поворачивай. Давай. Старайся хорошо. Смотрите, здесь суп. Так, вспотело, остудили. И мясо. Оба. Это значит, у нас свинина и сосиски. А это бульон. Угу. Eggs? Yes. Uh-huh. This eggs. Но это почти этот. Ты что, забыл, как я делала? Как они называются? Французское это блюдо. Я старалась сделать круглым, помнишь? Забыла название. Ну, блин, я не хочу рисковать, но я попробую. Я не полезу. Я бы, надо мешать. Но я, блин, не полезу. Вот и вареные, и жареные, и все одновременно, на любой вкус.
И овощи туда еще теперь. Ну, сварила яйца сколько хотела. Теперь овощи. То есть два ножа, открывашка, нож. Open bottle. Угу. А потом, опа, и там есть место там, где чи, ну, надо их точить, и потом они, опа, превращаются в ножницы. Да, приехала сестра нашего друга. Точнее, не нашего друга, а жены нашего друга, ну, наших друзей. Это настолько вкусно, я прям вот сейчас вот настолько удовольствие получаю от еды. Это безумно вкусно, просто безумно вкусно. Особенно приятно, что, представляете, они делали такое специальное меню, чтобы не было вообще ничего. Да, прям минимум. Дали, ну, скажем так, кетчуп, который не может. Это настолько вот приятно, что прям вот они... Да. Прям вот, вот как будто вот я вот, ну, в каждом движении, в каждом действии чувствуется то, что вот, ну, специально как бы для нас все это прям настолько приятно, аж прям вот слезы наворачиваются. Да? Да. Очень вкусно. Еще 150 раз спросили, все ли устраивает. Да, все ли хорошо, все ли нормально, как комната, как все, как то, как что. Короче, блин, это настолько приятно. Вообще. Очень. Просто, ну просто восхитительно. Да? Только включил видео. Давай, Эрик. Окей, репит. Садись. Так. Мама. Давай. Папа. Держись крепко. За руки, да. Уже карай минут 15. Она выиграла это, когда бегала, эту игрушку. Сестра выиграла. Все. Всем доброе утро. Мы сейчас поедем смотреть на очень прекрасный цветок, который растет в Таиланде. Его особенность в том, что он открывается с утра только на несколько часов. How long time? Он открывается буквально на пару часов. Здорово. Уже водит, говорю, а ей не стрёмно с ним сесть. Обалдеть. Ага, он за рулем, да? Обалдеть. Мы едем вместе. А, пам! Я поняла, это вот как раз вот он растет, вот этот пам. Все, мы приехали. Ребята догнали. Здесь есть такая гора. Вот что у нее внутри.
А, ну, биться бы тут по дороге. Окей. Вообще, он растет прям в болоте. Слушай, какая чистая вода. Нифига. И хорошо, что взяла. Они такие маленькие. Ага, вот красиво. Они. Красиво, да? Угу. Вот-вот-вот. То есть они бывают фиолетовые, белые, какой-то голубоватый. Угу, типа розового, да. Я пошла тоже. Ага, и вон розовый еще. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas.